Если кто еще не смотрит канал о футболе Партье Драгба, самое время подписаться. Легкие динамичные видео там выходят каждый день. Куча разных рубрик, в том числе FIFA прогноз накануне центральных матчей в Европе. В конце недели забавные экспериментальные новости. По понедельникам топ-уикенд с подборкой лучших моментов прошедших матчей на выходных. В общем, кто любит футбол, подписывайтесь. Ссылочка, как обычно, в описании. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, Герман. И сегодня вас ждет продолжение рубрики «А что, если?». Третья часть, по-моему, уже. А что, если объяснишь, почему «Эль Классико»? Но тут на самом деле нет никакого секрета. Я давным-давно рассказывал о том, что когда-то с друзьями мы играли в футбол на турнире от Nike. И, в общем-то, там можно было назвать свою команду, и мы долго думали, как назвать. Я болел за Реал, друг болел за Барселону, и мы в итоге решили назвать команду «Эль Классико». И когда я первый раз включил FIFA, и мне предложили в режиме Ultimate Team назвать свою команду, я тоже назвал ее «Эль Классико». Сложно! А что, если в лагере против кефира выиграл Герман? Меня зовут Сергей Никифоров, и я самый сильный фифер на Руси. А что, если Ставр начнет материться у тебя в видео? Да, Кость, может, ругнешься? Ты же не на своем канале. Да я уже говорил, что... Да ладно! Я уже 50 раз говорил, что мат — это не есть эмоции, ребят. Не обязательно матюкаться, чтобы показать то, что ты вообще ощущаешь и чувствуешь. А что, если ты не сможешь ничего связать с песней из «Титаника»? Да я уверен, что я ничего не смогу связать с этой песней. А что, если Герман попробует снять свой вариант кавер на песню про Лабутены? Ну, Анечка, поехали с тобой в кино на Дэдпула. Мы же давно с тобой ждали этот фильм. Only you. Да. Сходить бы им в кино, его ждали давно. И бабок было много, и парня не сломить. Оделись вроде опа, но вышел он с порога. Вмешалась вдруг погода, зараза, птичий грипп. С температурой, ой, так проведет он выходной. С температурой, ой, он не заедет к ней домой. Без лабутенов, нах, она осталась на ногах. Без лабутенов, нах, следит за стрелкой на часах. Часах! А что, если забыл ключи от дома? А что, если Герман и другие фиферы объяснят, в чем смысл новой песни успешной группы «У тебя был комар»? У тебя был комар? У тебя был комар? У тебя был комар? Это мой мандарин? А мандаринки остались? Остались, большая. А что, если бы все фиферы были казахами? Макс, а что, если бы ты был казахом? Так, ну, если бы был казахом, наверное, паки бы открывал, да. Да, я бы открывал паки, очень много паков. Ну, я бы открывал паки. Это же так круто! Паки! Вот. Ну и все. Больше бы я ничего не делал. Мы будем открывать паки. Ну, я бы, наверное, паки открывал. Я бы открывал паки и заливал их на канал. О-о-о, жестко.
А что, если Герман провел все свое детство с бабушкой? Я уверена, что все фиферы – миллионеры. А что, если бы у вас не было ваших каналов? Ну что ж, друзья, на этом на сегодня у меня все, и хочется в первую очередь сказать спасибо тем, кто принимал участие в создании этого ролика, и все ссылочки на абсолютно всех ребят будут находиться в описании под этим роликом. Ну и по традиции, если эта тема вам будет нравиться, если мы будем набирать под такими роликами порядка 20 тысяч лайков, то, друзья, я обещаю, что данная рубрика, возможно, немножко видоизменится, но все-таки будет жить. Так что, если вам понравился этот ролик, то почему бы не влепить ему большой палец вверх и не подписаться на мой канал. С вами, как всегда, был Герман Эль Классико. Всем удачи и до скорой встречи. Пока!